Как сделать хороший спорткар еще лучше? Очень просто. Нужно всего лишь добавить мощности. На стенде Jaguar красуется самый горячий Jaguar кабриолет в истории. Новый F-Type SVR. Под капотом этой дикой кошки ревущий V8 объемом 5 литров мощностью 575 лошадей. Просто представьте себе разгон до сотни за 3,7 секунды, и это без крыши. Автомобиль доступен сразу в двух вариантах кузова – традиционное купе и кабриолет. У заряженного SVR огромный воздухозаборник спереди и сзади, а также измененные выхлопные трубы и аэродинамический обвес.